Не, ну рампы прикольные. Чуть пониже, вон на вон стоит. Слышь, такая это, блядь, с красными волосами. Ой. Вика! Вика, Вика! Вот, помнишь, ты меня отшила, Вика! А это я на вертолете, Вик! Ну потом этой Вике в рот это кидал, нахуй хуёв, ебать, я отсосал, это Вика ёбаная, блядь. Хочешь покататься? Шалава ебаная, блядь. Шлюха, ёпта. Ты рыбку ловишь в Фортнайте, блядь? Ты считай, ты золотую... Ты что с подругой? Шнобель размягший, блядь! Блядь, сиськи прям вываливаются нахуй, дядь. Они просто... Ебать, увидели? Кисель ебаный, блядь. Какой-то просто, блядь, озеро, нахуй. Чё, бан он в бассейне, блядь? За что бан-то, ёпта? Он чё, блядь, в бассейне в шубе должен, что ли, сидеть, ёбаный сырник, блядь? О, этот клип я знаю. А чё там сейчас? Это Генсух, что ли? Просто по спирме, да, по понял, смотри, слышишь? Смотри, сейчас что будет. Смотришь? Ну-ну. Нежданчик сейчас. Что, будет. Что, сиськи? Дядь, ну скажи честно, бан не будет? Я что, тебе на твиче не, смотрю? Не, будет, бана не будет. Ну как? Ебать, дозрела, шлюха! А, это не тот клип. А что ты ждал-то, блядь? Там Генсуха была, откуда ты сиськи там решил взять? Генсуха и сиськи, блядь, это просто разные вещи. Серёг подтвердит, он там, блядь, он уже второй год там пытается что-то нащупать, блядь. Пустота, дядь, вообще просто пустырь, нахуй. Оазис, блядь. Слава, Слава. Да, да. Через сколько примерно мы соберемся во что-нибудь? Сейчас, сейчас, пять минут. Пять минут. Да. Ну сейчас досмотрим? Типа, ну это уже 4 минуты. Типа. Бля, жиза, да, нахуй. Чё это за уебан, но говорит он правду. И занюхнул, и думаешь, типа, бля, ебать воняет, типа, ебать я уёбище, такой довольный сидишь, нахуй. Или передонёшь, что он под одеялком. Бля, ну это жиза вообще, пиздец, я так кайфую, я обожаю под одеяло бзнуть, вообще кайф полный. Особенно если вонять, чем жестче вонять, тем кайфовее, блядь. Тем вообще полное блаженство, бля. Если прям несёт дерьмом, прям жестким, блядь, тухлятинцы, знаешь, с яйцами. Бля, вроде мерзко, знаешь, ну в теории-то. Ну, сука, насколько он родной этот запах, понимаешь? Это запах родины, блядь, запах женщины моей, блядь, понимаешь? Я хочу, я ем, приятного аппетита тебе, братишка. Моя воля, я бы тебе, конечно, передел в тарелку просто, бля, слышишь, чтобы испарение, бля, и реально газовые, бля. Да не, шилан, тебе приятного аппетита. Наоборот, ты в курсе, что пиздёшь? Ой, пиздёшь, бля. Пердёшь, бля, прошу прощения, оговорился, бля. Пердёшь, он наоборот, он заставляет вырабатываться гормоны, блядь. Щитовидные железы, бля, поджелудочные. Наоборот, пердёшь полное блаженство, братишка. Типа не думаешь, ебать нахуй, слышишь? Боль, бля, и ты такой... Балдёво. Не просто балдёжно, а божественно. Я сказал, играем кэш, сейчас сказали, давайте играть кэш. Хай, пись полили. Ебать, тебе деньги испортили, ты сука. Ох, эти времена, когда мы спокойно, слышь, полили IP от сервера, бля. Это реально балдёжево, с этим, да. И Evil, Evil, спасибо тебе большое за субскрипцию, за Twitch Prime, братишка, бля. Гути, спасибо тебе большое, Принц, спасибо тебе большое, реально спасибо большое. Какие книги читаешь? Очень много читаю. Сейчас Филиппа К. Дика читаю, Убика. Вот. Вообще совершенно по-разному. Либо художественную, либо научную литературу. Там вообще не имеет значения. Много чего читаю, братан. А реально увлекаюсь, стараюсь саморазвиваться, понимаешь? Как бы вот если моя, как бы моя речь складывается чаще всего из мата, это не значит, что я, понимаешь, не увлекаюсь саморазвитием. Я где-то на этот путь стал года 3 назад, стал всякую литературу там изучать и так далее. Это очень интересно, на самом деле, бля. Благодаря литературе ты можешь, понимаешь, ты можешь так описать, ты можешь благодаря всяким литературным приемам, бля, про пиздятинку так рассказать. Читаешь или слушаешь? Больше слушаю, глаза устают, братанчик. Ну, и я на самом деле воспринимаю через слух лучше, потому что у меня глаза кого устают, у меня уже плавить начинает. Сука! Ай, блядь, ебаная, блядь. Ты, сука, ебучая, блядь. Ты реально, ты спутал, нахуй. Все. Паскуда, блядь, падай. Катюхи, слышно, окрашивается, блядь. Спасибо, и тут я хуяли, ебать! О, полный брат, спасибо за 5 месяцев. Бля, ебать, я сексуальный, ебу, у меня хуй такой жирный, бля. Ебать, я лакомка, слышишь, бля. Бля, не, ну Катя Комуротику повезло, что я его ебу. Реально повезло, ребят, пиздеть не стану, бля. То есть мой хуй, это реально, это пиздец просто, бля. Самые дорогие акции, бля, слышишь. На бирже, бля. Себе, ебать, я хуярю, я просто ебанутый, бля. Слышь, минус Катя, бля, Катю люблю, пиздец, бля, Катя никуда не отпущу, мне похуй. Плюс Катя, бля, все в чат. Ух, бля, что за звук, бля? No. А, сейчас, да, сейчас будет шутка, типа, где я в платье, бля, 100% нахуй. Сейчас будет, слышишь, бля, головку нахуй, слышь, обрезай, бля. А кто зашел-то здесь? Мяу. Пух, послышалось, дом Генсуха нашла, уже расстроился. Да не, я зашел. Не, там, это Генсуха говорила.
И Катюха меня снимает, еще слышь, я себя чувствовал какую-то прошмандовкой ебливый, бля, понимаешь, нахуй, слышь? Я, короче, одеваю это платье, и меня Катюха начинает толкать, снимать на видео, знаешь, унижать меня. Она бы еще бы, блядь, ссать на меня стала, мне на лоб, нахуй. Я тебе серьезно говорю, бля. Пиздец просто, бля. Ну я потом, слышь, на свое место поставил, бля, за обе щеки взял, вот ебал просто, нахуй. Катюха снимает, сори, срав. Ебать, девочка, сосочка, почему одна у тебя будет два? Нет, тебе взрослые. Ножки красивые. Кстати, в платье вообще очень легко ходить, яйца балдеют, просто мне очень понравилось на самом деле, пиздец. Дай мне чулки. Ебать, тебя губка прикусила, слышь, сексуальная моя, блядь. Оу, ма. Красавец! 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 Ебать, нахуй, пульсация, я ебу, слышай, как я, бля. Да? Бля, я думал, не понял, бля. Что такое? Аки, стоп! Еще, бля, подвал! Бля, я так обожаю поорать, вот честно говорю, бля, вот крики это, бля, это то, что реально мне дает, понимаешь? Крики это пиздец, блядь. Это, бля, это реально... Это просто отдушина, бля. Понимаешь, вот так выйдешь в поле, блядь, по, ну, промеж деревьев встанешь, блядь. Не, хотя не в поле, лучше, знаешь, реально в сосновый бор куда-нибудь, блядь. Как начнешь орать, ебать, потом дрочить, блядь, вообще балдёшь, блядь. Это просто пиздец, же. Мне реально хорошо, блядь. Ну, соседям, наверное, не нравится, конечно, блядь. Они думают, что я еще то, блядь, засранец ебаный, блядь. Бля, это тот самый легендарный... А, блядь! Это я ебу, смотри. А где килл-то, блядь? Чё он ставил хуйню какую-то, блядь? Я думал, я сейчас ебать буду, нахуй. Ой ты, блядь, какой же уёбок, блядь, какая же падла, блядь. Не, крики мне реально помогают очень сильно, блядь, понимаешь? Я вот когда нервничаю, блядь, я кричу и всё, я все ничего не держу, блядь. В себе очень вредно, понимаешь, какие-то нервные переживания держать. Я помню, когда я горел раньше, блядь, как-то вообще очень плохо было, блядь. Как-то в себе, понимаешь? А когда начинаешь все выпускать, блядь, это полный балдёж. Ты же пакость ебаная. Меня, конечно, сука, закрыли, блядь, просто реально, блядь, петлю ебаную мёртвую. Начал внизу. Ух ты, бля, это ебаные эти лаги, блядь. Пиздец, в те времена, как в Fortnite вообще не регал, смотрите, я вот, ну я терпел это, бля, я просто терпил был. Смотри, блядь, как не регать, нахуй. Смотри. Да что за блядь, ты смотри, смотри, нахуй. Вот и я, блядь. Не, я реально сейчас раскабанил, пизда, блядь. Я реально сейчас просто так, меня так расхуярило. Ебать, меня что-то просто ободранные все. Меня, чтобы вы понимали, они на ногах нахуй треснули. Я ноги качал, у меня прям порвались, блядь. У меня прям, это, блядь, штаны были, чтобы вы понимали. Они просто порвались по швам. Вы думаете, я их обрезал ножницами? Хуй там, блядь. Просто нахуй они потрескали все. Это так жестко у меня, блядь, эти бицепсы бедра, блядь, и квадрицепсы нахуй раздуло, блядь. Ебать, я бутус ебать. Ой, бля, фу, нахуй, бля. Эти ребята за фагит рефлюкс, прошу прощения, уже амес начал пить. Пизда, бля. Стоник, да, стоник, ребят. Это мне сап мой, Товил привез, Илюха. Из Италии, из Милана, футболочку. Че за жопу, блин, затысал? Как че, бля, чтобы залетели, отъебали меня сразу, слышь, без спросу, бля, булки раздвинули, бля. Бля, я реально крепыш, нахуй, крупный пизда, бля, слышь. Опа, бля. Бля, ну это, ребят, это... И обязательно, парни, поставьте лайкусик на этот видос, если вам такой формат зайдет. Если вам просто зайдет даже не формат, а просто вот мои большие мышцы. Балдеж, балдеж. Нет, ну тут пизда, реально. Реально, ну тут типа балдеж. Ну типа кайфанул, реально. Ну типа реально жомба. Бля. Короче, прикол, бля! Реально, лайк, класс! Кукуха уехала. Какая кукуха? Кукуха никуда не уедет, бля, понимаешь? Бля, сколько просмотров. Все, ребят, теперь...